Основное отличие квантовых компьютеров от классических – это работа с данными. Квантовый компьютер оперирует не битами, способными принимать значения либо 0, либо 1, а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного превосходства над обычными компьютерами в ряде алгоритмов. Отметим, что группа начинала с создания 256-кубитовой системы под руководством российского и американского профессора Михаила Лукина, которую представили в июле этого года. Сам Лукин неоднократно повторял, что квантовый компьютер нельзя считать в полной мере программируемой и универсальной вычислительной платформой. Платформа может обеспечить симуляцию физических процессов на квантовом уровне, но в ограниченном спектре приложений. Для обработки информации необходимо управлять состояниями кубитов с помощью внешних полей, что нарушает их изолированность. В этом и состоит основная фундаментальная проблема, которая возникает при разработке квантовых компьютеров. Очень трудно найти или создать такую систему кубитов, которая сочетает в себе вот эти вот противоречивые свойства – длительное хранение информации и хорошую управляемость. Компьютер создадут из сверхохлажденных атомов рубидия, помещенных в дефекты кристаллической решетки. Лазерные импульсы, так называемый оптический пинцет, позволят расставить атомы рубидия в необходимом порядке. Во время вычисления вся система в зависимости от входных условий и последовательности воздействия оптическим пинцетом приходит в конечное состояние, которое можно назвать результатом вычисления. Квантовые компьютеры, или точнее квантовые симуляторы, можно использовать для моделирования квантовых систем. Эта задача является слишком сложной для классических вычислений и чрезвычайно важна для разработки новых материалов, лекарств и так далее. Я думаю, что в ближайшие годы появится целый ряд моделей с числом кубитов больше 100. Ну а дальнейший темп развития предсказать довольно сложно. Сам проект – важный шаг к крупномасштабным квантовым системам. Поможет многое изменить в области квантовых вычислений. Количество квантовых состояний в таком симуляторе больше, чем количество атомов в Солнечной системе. Елизавета Никитина, Универньюз.